В Ульяновске продолжается строительство спортивных объектов. Через 2 года на месте возведенных колонн будет построен огромный центр художественной гимнастики. Здание площадью более 10 000 квадратных метров расположено в Сосвияжском районе. За ходом строительства следит губернатор Сергей Морозов. Чтобы надо все упаковать, этот вид спорта, у нас тогда получится здесь площадка, у нас тогда получится в парке Матросов замечательная площадка. Ну и плюс у нас там там Димитровград, там Новый город, там везде там. И все, у нас, мне кажется, материальная база-то будет более чем хорошая. В центр гимнастики войдут 3 больших спортивных площадки, административные здания, гостиница и парковка. Общая стоимость такого объекта, включая оборудование, составит около 600 миллионов рублей. На сегодняшний день по художественной гимнастике огромная потребность в таких площадях, зданиях. И, по крайней мере, этот комплекс позволит проводить также соревнования общероссийского значения. Принимать первых спортсменов центр сможет уже в августе 2020 года. А вот стадион «Труд» уже практически готов к эксплуатации. Новый фасад, трибуны, мягкий газон. На таком поле, уверен глава региона, футболисты должны только выигрывать. Для этого не хватает лишь специальной организации, которая будет заниматься развитием этого вида спорта. Я вот сейчас подпишу специальное, так сказать, распоряжение. И хочу, чтобы вы все тоже это знали. Создание, значит, специального регионального центра по развитию футбола. Вот распоряжение некоторых мер по развитию футбола. В рамках проекта в школе Олимпийского резерва будут усиленно готовить тренеров и футболистов. И, возможно, когда-то один из них выйдет на поле чемпионата мира и забьет победный гол. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.